Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Несколько часов назад запущен сервис регистрации анкеты на лотерею Green Card, Divi Lottery. Я внизу под описанием этого видео приведу официальный линк. Так что все желающие могут попасть на этот сайт и испытать свою судьбу. Более подробно о том, как заполняется эта анкета, я сниму, естественно, видео. Самое главное, ребят, избегайте обращаться на различные сайты, какие бы ни были заманчивые названия, если в конце названия этого сайта не присутствует расширение GOV, то есть официальный government, правительственный сайт. Любые сайты, которые предлагают вам визовые услуги с расширением .com, .org, .us и так далее, это посреднические сайты и, как правило, это жульнические сайты. Поэтому имейте в виду, что любой человек в состоянии эту анкету заполнить самостоятельно. Ну, есть, конечно, редкие исключения, люди, которые не владеют компьютером, не знают языка. Вот. Для этих целей вы можете написать мне на электронный адрес, и я постараюсь вам ответить. Но еще раз говорю, ребят, любой человек в состоянии заполнить эту анкету и самостоятельно подготовить фотографии. Считайте, что это как бы вступительный экзамен для того, чтобы приехать в США, потому что в Америке вам придется самостоятельно заполнить огромнейшее количество различных бумаг. И если вы не в состоянии заполнить даже эту анкету, без сопровождающего вам будет крайне сложно. Вот. Ну, а более подробно про заполнение анкеты я сниму отдельное видео. Ребят, удачи и хорошего вам дня! We'll be right back.